Ми хочемо зараз у вас трішечки, так знаєте, струсити класною позитивною енергетикою, тому що до нашої студії завітала співачка Морозова. І зараз ми будемо говорити про прем'єру її нової пісні. І дуже таку цікаву особливість, те, що пісня зроблена не однією мовою, а ж цілими двома. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброе утро! В першу чергу хочеться, звісно, показати нашим глядачам ваш проєкт, чим ми можемо похизуватися, тому зараз пропоную швиденько переключитися, бути в центрі подій і далі поговоримо. Давайте одразу розкажіть нам, будь ласка, про головну тему, меседж цієї пісні. Про що вона, от що ви вкладали саме в неї? Ой, я хотела, конечно же, вложить більше, даже не женщинам, там, да, розказати, як ми там страдаємо, мучимося, коли нам не вистачає, да, тепла мужчин, а наоборот, как бы мужчин привлечь больше, вот, относиться к женщинам с вниманием, с заботой, с теплотой, давать больше любви, короче, надо давать больше любви, потому что мы настолько сильные уже, да, женщины, мы настолько уже обязали себя всем, что нам остается только одно от мужчин, это любить нас. Мы все можем, мы все сделаем, только любите. Давайте это тепло, давайте эту заботу, эту ласку, эту нежность. Вот. Замечайте нас, какие мы крутые, классные, да. Сексуальные, стильные, модные. В общем, все для вас. Ви знаєте, я писала в інтернеті також, що ви намагалися пояснити, що от, наче людина поруч, але в той самий момент вона наче від тебе віддаляється. І це, в принципі, така розповсюджена проблема буває в парах, що вони не наче разом, але все одно по різних берегах моря. Це правда. От, як, знаєте, є таке висказування, вроде бы вместе, но и не вместе, да, вот одиноки вместе, то есть вот хочется, чтобы все-таки вот этого одиночества было меньше, хочется вот все-таки такой вот душевности зараз в отношениях. Зараз можна може просто цю пісню перекинути своєму хлопцю, чоловіку, і такий легкий натяк. Ну як легкий, прямий. Прямим текстом. Я хочу запитати про кліп. Ну такий... Трошечки відвертий, хлопці там, ой-ой-ой, які красиві. Ой, мальчики, як да. Як було взагалі зніматися в цьому кліпі? Якщо чесно, це перша відеоробота, яка вот, насищена мужським таким, да, вниманням, такими красивими тілами, таким вот харизмою такою сумасшедшою. Було дуже складно, на самом деле, тому що ще ж всі... С голыми торсами, можно сказать, все с крутыми фигурами, скажем так, ну, выбирали, понятно, чтобы было тоже как бы стимул у мальчика всегда держать форму. В общем, меседжей очень много в этом клипе на самом Давай деле. Так, поделись секретом. Ти знімалась в цьому кліпі поруч з такими мужчинками голяка. Чи не ревнували тебе хтось? Чи не ревнував тебе? На самом деле, конечно, конечно, мне кажется, любой мужчина должен ревновать. Тобто и это нормально. Человек тебя да, ревновал. Да, и если честно, он особо не хотел даже видео смотреть. Это было на самом деле такое не очень интересная беседа, в общем, и, ну, я как артист, как творческий человек могла донести ему, и мило мы поговорили, в общем, все сложилось так, как мы запланировали с режиссером. Ну, на самом деле, он особо не пересматривает эту видеоработу, другие он смотрит чаще. Але хай чоловіки знають, що може бути таке, якщо ти не будеш на мене звертати увагу. Да. І знаєте, так на завершення, що хочеться зрозуміти, ви кажете, що ви хотіли донести, ви зробили пісню двома мовами. А для чого ви це зробили? Если честно, ну это как-то сложилось в студии, в творческом процессе. Песня была на русском языке, я написала Настя Пустовит, мы с ней давно сотрудничаем. Вот. И я пришла в студию, мы начали работать, и как-то мне вот не хватает, не выстачаю. Ну вот, не знаю, может, потому что я сейчас стараюсь как бы уделять много внимания изучению, не то чтобы изучению, а разговорной речи, да, украинского языка, потому что не хватает словарного запаса, я работаю сейчас над собой, и, видимо, как-то это слово пришло. И я давай крутить, вертеть, и мы в студии прямо вот с Андреем, я сижу, начала писать, и вот оно как-то так вот пошло, и прям вот песня просто поплыла вот на украинском языке. Я говорю, слушай, ну как-то странно, что же делать? И есть русская версия крутая, в которую я влюбилась, прям сразу я почувствовала душой эту песню.
И он говорит, слушай, ну так, а чего не сделать на двух типа языках, это нормально. Я говорю, ну в принципе, да, у меня как бы такой практики не было, и мы вот как-то так вот и пошло, и решили сделать, и она действительно звучит как на украинском круто, так и на русском. Mm-hmm. То есть это вообще... Потому что на самом деле иногда хочется сделать украинскую песню, но честно... очень сложно написать, чтобы она была такой, знаете, вот твоей, да, mm-hmm. твоей. Потому что вот в основном они какие-то вот не твои, а вот когда твое, это круче всего. І давайте так, де цю пісню і ще багато інших можна почути наживо? Можливо, якісь концерти плануються, виступи? Да, от 28 числа я зараз буду працювати в таке грандіозне мероприятие, та Numa Tours Models, они делают большую такую тусовку. Это модели после 40. Mm-hmm. Это Галина Бурдышева, которая, ну, она такая мощная женщина, скажем, она делает эти крутые мероприятия. Вот сейчас я буду работать у нее. Ну, там еще есть какие-то работы, но пока такое оно все еще в процессе. Точно буду работать 20 августа на Сумщине, там Квартал Фест, это огромный концерт в поле, я уже там неоднократно выступала, это сумасшедшее мероприятие, которое захватывает своим количеством людей, это в поле делается, сцена ставится, в общем, много всяких развлекательных там мероприятий. Атмосфера просто. Да, и я не знаю, какое количество там людей, но там съезжаются со всей области, плюс еще съезжаются там с ближайших областей. И это просто, когда ты выходишь на сцену, ты просто теряешь сознание, потому что такого количества людей, правда, не увидишь, наверное, ни на одном концерте. Но это огромное количество людей. И это очень круто. Это такая энергетика. Это такой благодарный зритель. Вот это самое крутое, что может быть. Ми тобі бажаємо, аби як мінімум цю пісню почув кожен чоловік, кожна українка йому надіслала і сама була захоплена цією піснею, слухала і закохувалась цю пісню. Ну і звісно, ми бажаємо вам кар'єрного розвитку. Можливо, ще була не тільки українська, російська, а потім ви ще, наприклад, на якійсь іспанській мові заспіваєте цю пісню. Скоріше на італіянській. Ось, і з'явитися на інших просторах. І тому будемо чекати на ваші творчі злети. Ну що ж, ми сьогодні про нерухомість говорили, про красу говорили, про сезонні овочі говорили, та ще й поспівали, і все це на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Якщо вам подобається відео, обов'язково натискайте свої вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Ну і, звичайно, якщо воно вам сподобалось, поширюйте у своїх соцмережах, тому що нам буде, ну, дуже приємно. We'll be right back.